С вами снова юридическое шоу о нашей жизни «Городские головорезы». Я хотел бы сегодня поговорить о такой теме, как внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Эта тема касается в основном владельцев отечественной техники. И если немножко сузить и более конкретизировать, то, как правило, внесением изменений в конструкцию транспортных средств занимаются владельцы всяких джипов, типа УАЗ, Нива, по большей части. Ну и такая более, скажем так, лайт-категория автовладельцев, которые занимаются, это владельцы всевозможных Лад Приора, Калина, Гранта, которые пытаются в наши современные отечественные автомобили последних моделей и не совсем последних, может быть, более древних, вкорячить такие вещи, как какой-нибудь колхозный ксенон, всяческие фаркопы, сделать опущенную подвеску, обращая ваше внимание, не заниженную, как они сами это называют, а опущенную, потому что обратное действие называется поднятие кузова, да? Поднятие рамы, поднятие кузова и так далее. Ну, соответственно, действие, которое ему противостоит, это опускание, да? Все эти опущенные приоры, опущенные гранты, это вот из той серии. Обрезанные пружины, опущенная подвеска, это все тоже внесение изменений в конструкцию транспортного средства. В чем же заключается такая вот боль людей, которые производят вот эти манипуляции со своими транспортными средствами? В чем же заключается весь цимис ситуации? Дело в том, что буквально несколько лет назад, может быть, два с половиной, может быть, три, но относительно недавно, скажем так, 1.5-2 года назад, ГИБДД стала бороться с теми людьми, которые вносят изменения в конструкцию своих транспортных средств. Например, у АЗОВОДов они прижали, в кавычках прижали, за то, что они ставят огромные кенгурятники, силовые бампера спереди, сзади, всячески изменяют конструкцию подвески, поднимают кузов над рамой, ставят большие колеса, всячески изменяют характеристики, улучшают, в принципе, своих автомобилей. То же самое Нива-воды замечены в таких вот вещах. В принципе, тут нет ничего плохого, потому что действительно в стоке, то есть в заводской комплектации автомобилей УАЗ, ВАЗ Нива 4x4, да те же самые там Гранты, 99-е, 9-ки, 8-ки и вообще все Жигули, они, конечно, ну, к современным требованиям имеют, предъявляются к современным транспортным средствам, они, в общем-то, мало имеют отношения, поэтому люди пытаются как-то улучшить свои машины, как-то их модернизировать в гараже собственными силами, либо в автосервисах заказывать те или иные доработки. Но. По закону, вот все эти манипуляции, будь то какой-нибудь колхозным образом, там, самодельно в гараже сваренный багажник экспедиционный на крышу УАЗика, или, например, доработка в подвеске, там, Нивы, поставленные ксеноновые фары вместо обычных галоген, лебедки, ну, там, это для джиперов, да, более характерно, изменения в салоне, всяческие модернизации приборных панелей, и 5-е, и 10-е, и все на свете, и там дополнительные зеркала. Это все, конечно, является внедрением, ну, вмешательством в оригинальную заводскую конструкцию транспортных средств. И, естественно, по закону все эти изменения должны быть отражены в документах, а именно согласованы с ГИБДД. В принципе и по большому счету запрета на внесение изменений в конструкцию транспортных средств его нету. Никто вам не запрещает поставить кенгурятник, никто вам не запрещает поставить там один бак вместо двух в УАЗик, никто вам не запрещает поставить более яркий свет, но все эти вещи должны быть сделаны с умом, грамотно, как минимум. Ну, а в принципе-то они должны быть сертифицированы. Не должно быть просто вот сваренное на коленке и по умозрительным каким-то ощущениям какая-то вещь. Каждая новая деталь, вновь устанавливаемая на автомобиль, должна быть сертифицирована
заранее проверена на безопасность как для самого владельца этого транспортного средства, так и для пешеходов и для других участников дорожного движения, чтобы в случае какого-нибудь небольшого ДТП, если владелец джипа поставил себе силовой бампер, который как таран будет разбивать другие автомобили и при этом будет защищать, конечно же, этот джип от последствий ДТП, но при этом, если он не проверен на безопасность, если он не сминается должным образом, не гасит энергию от удара во время ДТП, то он будет все сносить на своем пути, будет ломать коленки пешеходам при даже малейшем наезде, да, при малейшем контакте с пешеходами, будет разбивать зад перед других автомобилей, будет убивать водителей и пассажиров транспортного средства, если будет удар в бок. Эти вещи, конечно, нужно регламентировать и согласовывать, и не допускать установки просто смертельно опасных деталей на автомобиль. Ну, также и для своего самого владельца такого автомобиля некоторые вещи могут быть потенциально опасными. И для его пассажиров. Все должно быть сделано по уму. А по уму это значит, должно быть согласовано со специалистами, с инженерами, с конструкторами. И нельзя допускать того, чтобы на наших дорогах автомобили превращались просто в экспонаты из фильма «Безумный Макс». Там, с какими-то воздухозаборниками посреди капота, там, с пулеметами, с какими-то фарами, обвесами, с гусеницами. Ну, мы живем, в принципе, в нормальное время, живем в цивилизованной стране, в цивилизованном обществе, и все должны быть равны. То есть не должно быть такого, что у одних там супер-мега-джип Бигфут на четырех колесах, который через пробку проезжает там, где ему хочется, и тогда, когда ему хочется. Согласование с ГИБДД, они, я считаю, они правильные. А вместе с тем, с нами по улицам вместе ходят большое количество людей. Мы встречаем их на дорогах, мы их встречаем, сталкиваемся на перекрестках. Эти люди имеют несколько отличную точку зрения, которая сводится к тому, что ай-ай-ай-ай-ай, государство нас зажимает, теперь ничего нельзя сделать. А вот я хочу усовершенствовать и улучшить свой автомобиль, а мне это запрещают. Ах, вы такие-сякие, на вас революции нету, вот-вот изменится ситуация, мы вас всех там порежем, подушим, всех вас переедем своими супер-мега-автомобилями, будем от вас скрываться. Ну что ж делать, если штрафы, значит будем платить штрафы и так далее и тому подобное. Ну, что могу сказать на это? Это, конечно, позиция правового нигилизма. Когда люди плюют на общепринятые нормы, люди, когда просто отказываются признавать право других на безопасность, люди отказываются признавать правила дорожного движения, которые, в общем-то, и в основном регулируют все эти внесения в изменение конструкции транспортных средств, и просто ведут себя эгоистично по жизни, обладая транспортными средствами, как средствами повышенной опасности, они не относится к ним серьезно и с достаточным пиететом. Я сам знаю человека, который купил себе Nissan Patrol какого там лохматого года, поставил на него грязевую резину, поставил хабы на передний мост. Ну, да бог с ним, в принципе, это ничего страшного. Наверное, в этом нет ничего такого зазорного, если человек хочет улучшить свой автомобиль. Но при этом он просто взял и вместо родного бампера, который там был немножко покоцанный, он просто взял и поставил модернизированный силовой бампер от автомобиля КАМАЗ. Ну, естественно, через какое-то время, разогнавшись на своем автомобиле на загородной трассе, он догнал какой-то Volkswagen Golf или какой-то вот такой еще небольшой автомобиль и просто этим силовым бампером просто разворотил ему всю задницу. При этом на самом этом бампере небольшая там трещина, оказался разбит противотуманная фара, противотуманный фонарь. Но в целом бампер целый, у него машина не пострадала, но машина человека, которому он въехал зад, то есть он был виноват, она оказалась уже практически под списанием. Вот к чему приводит такая эгоистичная позиция. Слава богу, что все остались живы, никто не пострадал, но я думаю, что вот такое отношение еще этому человеку, которого я знаю, оно еще, наверное, не раз аукнется, и он окажется в обратной ситуации, когда он пострадает от действий другого человека, который точно так же эгоистично и нигилистически относится к жизни
и не соотносит свои действия и свою позицию с правом других людей на безопасность. Здесь именно речь идет о безопасности. Что же из себя представляет внесение изменений в конструкцию транспортного средства? Эти изменения, в принципе, не запрещены, что самое главное. Их нужно просто согласовать. Точно так же, когда, например, муж идет в магазин, а жена ему говорит: слушай, ты там что попало, ты не покупай, вот тебе список, я сейчас с тобой проговорю, что тебе нужно взять, давай согласуем, не бери там ящик водки и банку огурцов, возьми там детям молока, хлеба, возьми картошки, возьми колбасы, возьми там какие-нибудь пряности. Ну и сами понимаете, да, вот аналогия такая. То есть мы, как владельцы транспортных средств, должны согласовывать с государством, с регулирующими органами, это инспекция по безопасности дорожного движения, все вот эти вот изменения, которые мы вносим самовольно в свои транспортные средства. Позиция, в принципе, логичная, и государство имеет на это право, потому что государство за всех за нас отвечает. Как бы это ни звучало, может быть, пафосно или высокопарно, это действительно так. Государственные органы работают в этом направлении. И действительно, людей, которые вот так самовольно ставят себе какие-то люстры, дополнительный свет, сделают себе проставки на колеса, то есть ставят большие колеса, делают шире базу, ставят силовые бампера, которые опасны для пешеходов в первую очередь, и так далее. Они всех этих людей просто штрафуют. То есть эти люди подпадают под санкцию ГИБДД. Согласно ПДД, есть нормы, которые это все ограничивают. И, в общем, людей просто предупреждают, можно сказать. Штраф – это всего лишь предупреждение. Следующая санкция – это всего лишь навсего прекращение регистрации транспортного средства, то есть запрещение его в эксплуатацию, что, в принципе, логично. Да? Если транспортное средство оно опасно, значит, его нужно изолировать от других участников дорожного движения. Но, тем не менее, если водитель и владелец такого транспортного средства убирает все эти несогласованные изменения и возвращает транспортное средство в исходный вид, то он может заново подать заявление о восстановлении регистрации, и, я думаю, без проблем ему это транспортное средство поставят на учет. В принципе, тут нет никаких проблем. Таким образом, по большей части, на 80%, вот эта проблема с согласованием вот этих изменений, с тем, что «ах, менты вот нас зажимают» там, и так далее, она является надуманной. Более того, есть регламент, есть процедура, и все это отработано. Все, что позволяет согласовать эти все изменения, их внести, получить одобрение, получить добро, да, и транспортное средство легально, получив особые отметки в документы о регистрации транспортного средства, будет наравне с другими машинами ездить по дорогам общего пользования. Причем бампер, который был еще месяц назад нелегален, получив согласование и одобрение, он окажется легальным, и никто не сможет придраться к его наличию на автомобиле. Доходит, конечно, порой до смешного, когда... Расскажу на своем примере. Я ставил в позапрошлом году на учет автомобиль «Жигули» ВАЗ-2101 72-го года выпуска. Тогда еще было только одно зеркало заднего вида снаружи, маленькое такое, круглое. Справа нет никакого зеркала, оно не предусмотрено конструкцией вот этого транспортного средства. Соответственно, я поставил слева и справа зеркала заднего вида от автомобиля, по-моему, восьмерка или девятка, которые давали хороший обзор, крепились там несложным образом, ничего не нужно было сверлить, пилить, просто там на болтах прикручивалось, зажималось к рамке двери, и было, в общем, два зеркала. И когда вот я в позапрошлом году попытался пройти техосмотр перед регистрацией транспортного средства вот с этими вот зеркалами, то меня просто-напросто инспектор завернул. Его формулировка была следующая, что на автомобиль установлены зеркала заднего вида, не предусмотрены заводом-изготовителем. Казалось бы, да, с точки зрения здравого смысла, если завод 40 лет назад поставил всего лишь одно маленькое круглое зеркало и были совсем другие нормы безопасности, то почему сейчас, когда совершенно изменилась скорость движения
изменились и машины сами современные, стали другими, более быстрыми. Все изменилось. То почему сейчас я не могу немножко модернизировать свой автомобиль, улучшив его характеристики в плане обзорности, и сделать его более современным, хотя бы в этом. Пускай даже в ущерб аутентичному оригинальному внешнему виду. Однако нет. Вот с точки зрения закона и правил дорожного движения и технического регламента, на автомобиле должны быть установлены только те зеркала заднего вида и в том количестве, в котором они предусмотрены заводом-изготовителем. Мне дали вот такой письменный ответ. Я его, естественно, запросил. Сначала я хотел было жаловаться, ругаться с инспекторами ДПС на эту тему. Но немножко поостыв и задумавшись, я просто понял, что все равно в любом случае я буду восстанавливать автомобиль в оригинальном виде. Мне это зеркало понадобится. И взамен старого, которое вот как раз... Почему я менял вот эти зеркала вместо старого, ставил... Я думаю, надо купить оригинальное зеркало, хромированное, блестящее, кругленькое, поставить его на это место, убрать эти зеркала пластиковые от девятки или от восьмерки и попробовать пройти техосмотр, предоставив машину в оригинальном виде. Я так и сделал, купил это зеркало, приехал на следующий день и спокойно, безо всяких проблем, прошел техосмотр и получил регистрацию на этот автомобиль ВАЗ-2101. 72-го года выпуска. Боюсь даже представить, что происходит, когда люди, купив, допустим, УАЗик, вот самый такой харизматичный пример, да, купив УАЗик задешево, с большими колесами, с грязевыми, с установленными там самоблоками, с хабами, с багажниками на крыше, с люстрами, с прожекторами. Вот, в общем, с большим количеством разнообразных изменений, там, вместо двух топливных баков, там, один бак, к примеру, большой установлен сзади, да, в кузове и так далее, и тому подобное. Там очень много изменений можно сделать, с лебедкой и так далее. По дешевке. А по дешевке почему продают такие автомобили? Потому что, по большому счету, многие считают, причем ошибочно считают, что узаконить и согласовать вот эти изменения будет стоить едва ли не дороже, чем продать вот автомобиль в таком виде кому-нибудь, кто его согласится купить. Чем вот просто, просто на весах у них, у людей вот так вот стоит, да? С одной стороны, хлопоты по согласованию и узакониванию вот этих изменений, а на другой стороне просто продать, избавиться от этого автомобиля и забыть как страшный сон. Все вот эти вот канцелярские и бюрократические дела. Как мне кажется, это совершенно ошибочное мнение. И все это базируется просто на двух вещах. Это правовой нигилизм, причем в открытой форме. Нежелание что-то менять, да, в своем отношении к миру. И вторая причина, это просто лень в четвертой стадии. Когда вместо того, чтобы потратить несколько дней на то, чтобы поковыряться с гайками, там, покрутить, повертеть эти все детали, заменить, поставить, потом побегать по инстанциям, написать заявление, пообщаться и с ГИБДДшниками, и пообщаться с инженерами-конструкторами и так далее и тому подобное. Вот люди предпочитают просто все плюнуть, бросить и эти машины оставить стоять либо в гараже, либо продать по дешевке кому-то из более, скажем так, пробивных людей. Еще такая немаловажная деталь вот с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, которые нужно согласовать, заключается в том, что если все-таки вы решили узаконить какие-то изменения, то вам первоначально нужно предоставить автомобиль, скажем так, контролирующим инстанциям в виде ГИБДД в оригинальном виде. То есть невозможно себе представить ситуацию, когда вот вы пару лет назад, сделав все вот эти изменения, самые разнообразные, там свет, люстры, багажники, там топливные баки, колесы, лифта, кузова и так далее, приходите в ГИБДД и говорите: вот, как бы я это все сделал еще давно, давайте-ка вот как-нибудь мы это все сейчас узаконим. Эта ситуация невозможна, к сожалению. Для начала, чтобы начать эту процедуру узаконивания, вам нужно предоставить автомобиль инспекторам в оригинальном
виде, в заводской комплектации. Представляете, да? То есть вам нужно все эти изменения, которые вы внесли, откатить назад, вернуть автомобиль в первоначальный вид, а только после того, как вы предоставите и зафиксируете автомобиль в оригинальном виде, пойдет отсчет дальше. То есть вы должны будете только после этого, пройдя все вот эти несколько инстанций, о которых я сейчас расскажу, только после этого вернуть вот эти детали, измененные, да, новые детали на место и уже предоставить по второму разу автомобиль с этими внесенными изменениями. Ну, для многих людей, насколько я знаю, даже разобрать дверь изнутри, снять обшивку, там, дверные карты, починить стеклоподъемник или поставить какую-то там новую деталь, даже вот такую вот мелкую, является большой проблемой. Что уж говорить о том, что для них является вот проблема полностью разобрать автомобиль, вернуть его в оригинальный вид и предоставить инспекторам. Это, конечно, гемор. Это геморрой, и они об этом так и говорят, что вот это проблема. Ну что же делать, это ваш выбор, ваша жизнь. Вы можете относиться к ней как к большой проблеме, а можете относиться к ней как просто к большому вызову. Ваше право. И всего для того, чтобы пройти эту процедуру от начала до конца, по согласованию всех этих изменений в конструкцию транспортного средства, нужно показывать автомобиль 3 раза. То есть это все происходит не быстро, не сразу. Этот процесс, он поделен на несколько этапов. И, наверное, не каждый, на самом деле, не каждый владелец автомобиля, автолюбитель, обладает вот такой терпением и выдержкой, чтобы пройти весь этот процесс. Как говорят сами инспекторы, которые занимаются, ну, вот, в МРЭО регистрацией транспортных средств, из общего числа в среднем вот, людей, которые ставят машины на учет, таких людей 1-2 в неделю, в зависимости от региона, да, где, вот, например, принято заниматься, где развито это движение джиперства, там, к примеру, или молодежная тема там, по опусканию автомобилей, да, подрезанию пружин, вот, в разных регионах по-разному. Поэтому ну, в среднем это 1-2 человека. Представь, в течение там, 5 или 7 дней, сколько, в какие дни работает, например, ГИБДД МРЭО. Большой, огромный поток людей проходит каждый день, и всего лишь в неделю 1-2 человека. Но вот эти люди, они, конечно же, заслуживают отдельного разговора. Их немного, действительно, и каждый из этих людей, он, как правило, характеризуется тем, что он очень пробивной, у него есть достаточное количество времени и сил, чтобы заниматься и канцелярской работой, и работой по технической части автомобиля, и ездить туда-сюда. Ну и просто это люди, которые готовы идти до конца. Чтобы не иметь проблем на каждом посту, не платить по 500 рублей каждому ГИБДДшнику за то, что эти изменения не согласованы, они просто идут и проходят весь этот, скажем так, адовый процесс согласования от начала и до конца. Давайте все-таки от теории перейдем к практике и рассмотрим примеры, что же относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, которые подлежат согласованию и разрешению. Пример – это установка газобаллонного оборудования. Это тема, которая касается практически любого автомобиля, начиная там от микроавтобусов, легковых автомобилей, универсалов, хэтчбеков, седанов, грузовых автомобилей, ну, джипов, наверное, тоже. То есть заметная экономия при переходе на газ, она, безусловно, оправдана, но мы очень много раз видели ролики в интернете, там, на том же YouTube, когда, к примеру, взрывается просто газобаллонное оборудование автомобиля «Газель», или взрывается просто в автобусе эти газовые баллоны, разрывается просто на весь там кат, происходит огромный пожар. Если кто-то успевает отбежать, слава богу, если не успевает, то там какие-то повреждения, ранения, может быть, там действительно человеческие жертвы происходят. С бензиновыми двигателями такого не происходит. То есть с бензобаками, ну, просто так вот такое произойти, ну, вряд ли может. Были, конечно, случаи, когда, и были такие ролики в интернете, когда загоралась проводка в автомобиле,
И автомобиль сгорал буквально за секунды. Автомобиль с бензиновым двигателем, с бензобаком. Но это скорее какой-то форс-мажор, наверное. Хотя тоже не исключено, что причиной этому было внесение изменений в конструкцию электропроводки, какой там колхозинг и так далее. Вот, мы не знаем всех причин и не знаем, что происходило потом по автотехнической экспертизе, какие были результаты. Но вот эти вот факты действительно очень пугающие. То есть газобаллонное оборудование, помимо того, что оно приносит пользу и позволяет экономить деньги владельцам, но оно должно быть установлено, безусловно, сертифицированными специалистами, поставлено правильное сертифицированное оборудование, все сделано должно быть по уму, на внесенные изменения должны посмотреть специалисты, одобрить это многократно, пройти через фильтр одобрений и в конце концов получить одобрение при постановке на учет в ГИБДД. Другая тема, наверное, вторая по популярности, это монтаж колесных дисков большего или меньшего диаметра, чем это положено и допустимо заводом-изготовителем автомобиля. Причем у многих автомобилей, скажем так, ассортимент возможных для установки колесных дисков без согласования, он довольно-таки большой. Но у некоторых автомобилей вот всего лишь там 2-3 варианта есть. Там, если 13-й, 14-й радиус дисков, и все. Если вы поставите 15-й, 16-й колеса, то уже эти изменения нужно согласовывать обязательно. В первую очередь, резонная причина для этого – это то, что при установке колес другого, отличного от заводского и допущенных заводом-изготовителем диаметров дисков, на спидометре ваша скорость будет отлична от истинный. И при этом в пункте правил дорожного движения есть фраза, что ни в коем случае показания спидометра не должны отличаться в меньшую сторону от истинной скорости автомобиля. Именно поэтому, если автовладелец ставит там большие колеса и едет, например, со скоростью 60 км в час, у него на спидометре 60, а по факту он едет 80. Да? В такой ситуации он попадает в заблуждение, да? Он не может правильно рассчитать свой тормозной путь, а это значит, что он попадает в зависимость от этого показаний спидометра, которые не являются истинными, и может попасть просто в беду. Ну и в беду могут попасть люди, которые едут рядом с ним в потоке. Следующий, наверное, по популярности, третий пункт, это установка, как это называется, тягово-сцепного устройства, ну или в простонародье фаркопа. На легковые автомобили, например, да, на автомобили, у которых завод-изготовитель не предусматривает таких вот дополнительных опций при выпуске с завода, с конвейера. Ну, незаконные фаркопы тоже опасны тем, что при каком-то ДТП, может быть, не очень серьезном, они все-таки, вот эти вот фаркопы, да, сцепные устройства, они выступают за габариты автомобиля. Первое, с чем сталкивается другой автомобиль, это не бампер, который уже изначально предусмотрено, что он сложится и погасит энергию удара, а именно этот фаркоп. И, соответственно, может другой автомобиль получить более тяжелые повреждения, и люди, которые в нем едут, тоже могут пострадать сильнее, чем это могло бы быть. Именно поэтому фаркопы несогласованные, там, слишком большие, слишком массивные, слишком мощные, они не одобряются. Да, их невозможно поставить законно на автомобиль. Сертифицированные фаркопы, безусловно, поставить можно, все это можно согласовать. Но опять же, например, съемные багажники для перевозки велосипедов или там лыж, их не нужно согласовывать в ГИБДД. Это все легко снимается, демонтируется, и вы можете продолжать движение без них. Четвертая тема – это размещение топливного бака в большей емкости. Или, например, изменение числа этих топливных баков. Не зря все-таки каждый производитель ставит на свой автомобиль топливный бак той или иной емкости. Например, на микролитражке там 30-35 литров, а на среднеразмерные автомобили там 40-50-60, а на большие автомобили там 80-90-100. Исходя из их мощности, из их топливопрожорливости, да, топливопотребления, и все-таки исходя из того, что
в маленьком автомобиле места для бака все-таки для большого бака будет не так уж много, и при малейшей аварии этот бак так или иначе будет поврежден. Да? А повреждение бака сулит утечка топлива, а утечка топлива — это малейшая искра, и просто сгорят все. И владелец этого автомобиля, и те, кто попал в ДТП с участием такого автомобиля. Поэтому это небезопасно. И главная все-таки тема, вот почему ограничивают вот такие вещи, это безопасность. Такие вещи, как обвесы, обвесы, спойлеры, тюнингованные бампера, силовые бампера, кенгурятники, там, лебедки. Это все то же самое, эти вещи, которые выходят за габариты транспортного средства, также потенциально опасны для других участников дорожного движения. И поэтому несертифицированные вещи ставить нельзя. Тем более самодельные какие-то. Безусловно, каждый производитель, который выпускает лебедки, кенгурятники, там, спойлер, обвес и так далее, он озаботился о том, чтобы сертифицировать свою продукцию. Поэтому вы можете, озаботившись тем, что вот вы хотите легализовать вот эти изменения, вы, безусловно, если купили сертифицированную продукцию, вы сможете ее легализовать без проблем. Но, опять же, возвращаемся к вопросу о процедуре, о бюрократии, о настойчивости. И в целом, вот вся процедура регистрации вот этих конструктивных изменений, внесенных в транспортное средство, в его конструкцию, она прописана, она возможна, она, скажем так, реально состоит из, ну если так, грубо говоря, из 6-7 этапов. Могу вам просто их зачитать. То есть возвращаемся к тому, что прежде всего вам нужно предоставить автомобиль в оригинальном заводском виде. То есть вам потребуется провести предварительную экспертизу, результатом которой станет заключение о возможности или невозможности установки требуемых элементов. Ну, тех, которых вы задумали поставить. Например, кенгурятник, ксеноновые фары, топливный бак какой-то повышенной мощности, повышенной емкости, да? Ну, или там какую-нибудь лебедку, да, если вы джипер. Такой документ может быть выдан только аккредитованной организации. И список таких организаций находится на сайте ЕЭК, Единой экономической комиссии. Пункт второй. Получив на руки вот это заключение предварительной технической экспертизы, вы обращаете заявление в ГИБДД. Таким образом, вы декларируете свое желание о внесении, внести вот эти изменения, которые вы задумали сделать. И начинается, собственно, процесс. При этом ваш автомобиль на момент обращения, на момент этого второго пункта, должен стоять на учете в ГИБДД. Третий пункт. Это уже, наверное, самый приятный, самый такой радостный. Когда нужно осуществить вот это вот желаемое переоборудование автомобиля и внести эти самые желаемые изменения в конструкцию транспортного средства. Ну, в зависимости от тех параметров, которые вы хотите изменить, тех деталей, которые вы хотите поставить. Вот в этом заключении переоборудования осуществляется в сертифицированном центре, который, ну, может делать вот такие работы. Или если экспертиза вам выдаст заключение, что эти изменения можно сделать самостоятельно, вы можете это сделать сами, сэкономив, я думаю, немалую сумму денег на это. Четвертый пункт – это, собственно, проведение техосмотра на пункте технического осмотра с уже внесенным, на автомобиле с уже внесенными изменениями в его конструкцию и составление диагностической карты, где будет отражено, что ваш автомобиль, в отличие от автомобиля заводской комплектации, получил, допустим, длину там, на 50 сантиметров больше, да? Он стал длиннее. Что он стал шире, например, там, на 20 сантиметров, но при этом он укладывается в габарит. Что он стал выше, к примеру, если вы сделали лифт кузова. Или он стал ниже, если вы опустили свой автомобиль. Что он стал легче или тяжелее, в зависимости от того, какие элементы из своего автомобиля вы удалили, либо поставили заново. Все это будет отражено в диагностической карте. И на основании
данных этой диагностической карты как раз в свидетельство о регистрации транспортного средства будет внесены по пункту. Следующий, это пятый пункт, он заключается в составлении протокола технической экспертизы после внесения конструктивных изменений и осуществляется той же организацией, которая выдала предварительное заключение. То есть мы возвращаемся к пункту, к той организации, которая в первом пункте выдавала предварительное заключение. То есть мы идем обратно к инженерам-конструкторам и получаем их протокол технической экспертизы. Это, в общем-то, самый главный документ, на основании которого инспекторы ГИБДД просто будут обязаны зарегистрировать ваше транспортное средство, внести все нужные изменения там, в СТС. И, наконец, шестой пункт, самый радостный, это, собственно, уже получение свидетельства в ГИБДД о регистрации транспортного средства со всеми изменениями, которые там отражены, все, что вы хотели, все будет там описано. Ну, после всех этих шести этапов, скажем так, на основании поданных документов выдается искомый документ. Если после вот пройденных всех этих шести этапов вы захотите, например, поставить еще какой-нибудь девайс к себе на автомобиль, ну, так случилось, что вы, например, у вас не было достаточного количества денег, чтобы этот девайс купить, да, а тут вы, или просто его, этого девайса невозможно было приобрести, а тут все получилось, все срослось, и вы уже, получив вот это свидетельство с изменениями, решаете вот как-то поставить еще один девайс, то знаете, что вам нужно будет всю эту процедуру с 1 по 6 пункт пройти заново. Не надо отчаиваться, как пишут люди, которые проходили самолично вот все эти 6 этапов. По времени, ну, скажем так, по дням, от начала и до конца, примерно это получается 6-7 дней. Ну, вот по всем пунктам пройти, это примерно 6-7 дней, то есть неделя. Что касается непосредственно и конкретно общения с ГИБДД, то это по часам, ну, 24 часа. Представьте, вам нужно 3 раза обратиться туда, съездить в ГИБДД, раз, два, три, и третий этап, это будет, третий раз это будет последний, когда вы уже получаете свое свидетельство, и радостно едете домой, там, хвастаться друзьям, обмывать ваши изменения, ваш новый модернизированный автомобиль, в общем-то, 3 раза, ну и 24 часа в среднем. Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь ходит очень много ошибочных слухов и представлений, сколько же вообще это стоит автовладельцам, а именно регистрация и внесение этих изменений в конструкцию транспортного средства. Если вы захотите довериться посреднику, фирме, которая возьмет на себя все эти заботы по беготне по коридорам ГИБДД, НАМИ, там, организация технической экспертизы, получение заключения, сертификатов и так далее, и вам нужно будет прийти в ГИБДД только один раз, чтобы лично получить свидетельство о регистрации транспортного средства с этими внесенными изменениями, то, ну, это будет стоить где-то 100-150 тысяч рублей. Может быть, где-то меньше, может быть, где-то больше, в зависимости, конечно же, от количества этих самых изменений и от глубины модернизации вашего автомобиля. Модернизация автомобиля может заключаться в самых разных вещах. Например, вы хотите, к примеру, поставить только лишь одни дисковые тормоза себе на заднюю ось вместо барабанных. Ну, улучшить тормозные характеристики автомобиля, да. Ну, это будет считаться одним изменением, да, и вы будете платить только за вот это, да, при прохождении тех экспертизы. Если вы хотите помимо установки дисковых тормозов еще и, к примеру, у вас там японка, да, праворульная, вы хотите поменять рулевое управление справа налево, стороннее, то вам придется заплатить еще и вот и за это, да, то есть будет уже два изменения, как бы, и каждое, по каждому будет проходить техэкспертиза, будут оценивать, возможно, невозможно, насколько возможно и так далее. Если вы, например, владелец УАЗа или какого-нибудь большого джипа и хотите из него сделать, там, вот как я уже говорил, Бигфут, какой-нибудь большой автомобиль,
И там будет очень много всяких изменений, глубокая модернизация, изменения там будут касаться заднего, переднего бампера, там подъем кузова, отрыв его от рамы, установка больших колес. Ну вот считайте, каждое это изменение будет оцениваться отдельно, да, и будет влиять на конечную стоимость. Если же вам, например, нужно изменить, например, категорию из, к примеру, микроавтобуса категории D, сделать его просто в B, да, это будут другие деньги. Это отдельная, это как бы сумма. Переоборудование, изменение габаритных и весовых параметров, это, ну вот, это отдельная, да, как бы отдельная строка. Если, к примеру, вы хотите заменить двигатель в вашем автомобиле на более мощный, это совершенно конкретная там сумма, это одно изменение, да, это вам нужно получить вот эту техническую экспертизу, насколько это возможно, вкорячиться туда этот новый двигатель, не вкорячиться, что нужно сделать, какие изменения дополнительные внести, усилить, может быть, там переднюю часть кузова, поставить другую коробку, ну и так далее, что за этим собой влечет. В итоге конечная стоимость вот этих изменений, она зависит от их количества, как ни странно. Но если вам нужно сэкономить деньги, и вы обладаете достаточным количеством времени, чтобы сделать все самому, но все имеется в виду пройти всю эту беготню по инстанциям, там, в НАМИ, в ГИБДД, сделать техническую экспертизу, отвезти ее лично в ГИБДД, предоставить автомобиль один раз, второй раз, третий раз, вместо того, чтобы поехать на сервис там, и заказать эти работы, там, привезти запчасти, отдать мастерам и забрать уже автомобиль с внесенными изменениями, там, с поставленными деталями. А если вы хотите это сделать все самостоятельно, покрутить гайки в гараже и лично удостовериться в надежности резьбовых соединений, то вы можете на этом, естественно, сэкономить. И в итоге, если количество этих переделок будет в районе 2, 3, 4, то получается, что вы заплатите в среднем вот, ну, за каждую такую переделку примерно 4,5 тысячи рублей, да, там, ну, умножьте это на 3, на 4, получите конечную сумму, которую нужно будет прибавить еще 500 рублей на техосмотр и 800 рублей госпошлины за регистрацию вот, изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства. Итого получается, ну, вот эта сумма за, собственно, изменения, за сертификаты, вот за эти, да, экспертизы, плюс 500 рублей, 800 рублей ГИБДД, то есть сумма, в принципе, небольшая, и это все можно уложить в 15-20 тысяч рублей. Поэтому смотрите сами, стоит ли вам отдавать огромную сумму посредникам, может быть, действительно стоит сэкономить свое время. Но если же вы обладаете временем и стеснены в средствах, но хотите все-таки свой автомобиль модернизировать, почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно и самому пройти все эти пункты. Все это не так уж и сложно. Для того, чтобы внести вот эти изменения, не нужно быть человеком высокого ума, какого-то большого достатка. Все это вполне реально и доступно для человека, увлеченного идеей модернизации автомобиля. Поэтому все в ваших руках. И если у вас нет другого выхода, кроме как купить другой, сам уже изначально лучший, да, с завода модернизированный автомобиль, а вы хотите все же модернизировать свой имеющийся в наличии, то это все абсолютно реально. Поэтому не стоит бояться никаких досужих домыслов, читать какие-то пугающие сообщения с форумов, что это очень дорого, что это невозможно, что это все геморно. Поверьте, есть люди, которые проходили уже все эти процедуры от начала до конца, имеют на руках свидетельство о регистрации транспортного средства с особыми отметками о внесенных изменениях. Вы можете их найти в интернете, на том же сайте drive2.ru, на различных форумах тематических, там, у джиперов, у УАЗоводов, там, у ленд-крузероводов, все это есть. Обращайтесь к опыту людей, которые это проходили, обращайтесь за консультацией в ГИБДД, звоните в НАМИ, обращайтесь к экспертам. Вам все расскажут, объяснят, назовут цифры, можете неоднократно, можете сами выбирать, собственно,
тех экспертов, которые будут вам делать эту автотехническую экспертизу, заключение, сравнивайте цены. Кто-то делает за 7 тысяч, кто-то делает за 4,5 тысячи, кто-то где-то начинается цены от 10 тысяч, например, там взвешивание автомобиля там 7-10 тысяч. Ну, просто за взвешивание машины взять такие деньги, не пыльная работа, да, к примеру. А кто-то сделает это в два раза дешевле. Выбирайте лучших, выбирайте самые оптимальные варианты по цене, по времени. Поэтому дерзайте, все в ваших силах. С вами было юридическое шоу о нашей жизни «Городские головорезы».